Armsad sõbrad, mina sain tänaseks ülesande rääkida meie kooli igapäevasest elust. Teisi sõnu selles siis, kuidas meil asjad tegelikult käivad. Tegelikult küll siis lihaks, sõna lihaks saamisest, sellest, kuidas Jumal on igapäev meie keskel ja Не слово, извините. И о том, как, каким мы, смыслом мы наполняем свою жизнь в этом свете. Одна из наших учительниц сказала, что очень важное, характерное слово для нашей школы – это совместная деятельность, то есть сотрудничество. Как уже говорила Ливика, у нас каждый четверг коллеги и преподаватели, и там мы обсуждаем, в чем выражается наша любовь и где наши самые существенные акценты. И я подведу итог этому обсуждению. Как альтернативу я предлагаю другой доклад, который более честен и непосредственный, и мне его помогли составить отец Кирки и Норы. Вся наша жизнь и школьное ее содержание – это встреча и ожидание встречи. Основанием христианской педагогики есть то, что мы видим образ Божий в каждом ребенке, и мы благодарны за возможность встретиться с ним лицом к лицу. И мы отдаем себе отчет, что в нашей работе не самое важное преподавать математику или родной язык, или музыку. Это очень важно, но все же это не важно. Намного важнее поддержать этот процесс, чтобы в ребенке проявился образ Божий, как в детстве, так и будучи взрослым уже. Но мы иногда видим, как мы в своей испорченности иногда затуманиваем сами этот процесс. И в таком случае у нас нет иного лекарства, чем молитва. Молитва постоянно сопровождает нашу школьную жизнь. Одна учительница просила подчеркнуть, что для нее было очень большим открытием, когда она поняла, что мы действительно каждый день молимся поименно о каждом работнике школы, о каждой папе, маме и ребенке. Каждое утро мы это делаем. Но это не единственная молитва, которая сопровождает наш день. Я неоднократно слышала, когда учителя обсуждают какую-то ситуацию или проблемную, или какую-то проблему ребенка, и, наконец, приходят к заключению, что давайте помолимся. И когда Ливика сказала, что не все наши преподаватели ведь принадлежат какой-то церкви, но, поверьте, разговаривая с ними, это всегда мы слышим одну и ту же фразу. Правда, другим словом, это звучит как «попытаемся что-то сделать», и это звучит как молитва. Молитва сопровождается всегда любовью, и тема моего доклада позволяет мне сказать нечто интимное.
мы действительно любим по-настоящему каждого нашего ученика. Еще 5 лет назад я была начинающим преподавателем в этой школе. Это для меня была полная мистерия. Как возможно, что учитель любит всех своих учеников? Но сегодня я знаю, что так оно и есть, и это и есть нечто мистическое. Так же, как после рождения ребенка даруют матери огромный запас любви к своему ребенку, к своему чаду. И точно так же каждый ребенок, который прибывает в нашу школу, наполняет нас огромной любовью. И далее это уже дар, который нам доверен, и мы можем научиться, как его сберечь. Среди детей и учителей наших царит близость, и она даже физического характера. Мы приветствуем за руку, мы обнимаем, мы гладим по голове, мы берем на ручки. Почему же плакать в нашей школе? Ну, в нашей радостной школе тоже бывает 1 000 000 причин для плача. Например, мама не может остаться в школе, должна пойти на работу. Или знание, что папа уезжает на 2 дня в командировку, и я уже тоскую по нему. Или, например, ночью умерла свинка морская или хомяк, и тогда уже целый класс плачет, начиная с учителя. Но есть и более простые причины. Я вообще ничего не понял. Я не знаю, где застрял на чтении. И всегда есть одно лекарство, которое помогает нам даже с самыми большими проблемами. Это просто забраться на ручки, а затем заняться чем-то другим. Как преподаватель класса девочек, я всегда думаю, что не способствуют ли эти слезы развитию, росту личности именно в девочке. Уже осенью я неоднократно видела, как какое-то известие о том, что кто-то плачет, разносилось по всему классу. И сразу все бросались к ним, к плачущему сестричке, обнять ее. Я думаю, что это очень важно, чтобы женщина умела быть рядом с плачущим и его утешить. Мы создаем в своей школе домашнюю атмосферу. И в школе перед образами всегда есть свежие цветы, лампадки горят, на полу у нас разложены тряпичные ковры. У нас нет большого звонка общего для всех в школе. Каждый учитель маленьким колокольчиком дает знать о конце урока. Родители нашего нового выпуска обсуждали, что это вообще не похоже на школу, это как дом. И вы знаете, мы чувствуем сами то же самое. И эта домашняя атмосфера, через нее мы создали во всей школе как бы ощущение маленькой школы. Одна учительница сказала, что мы всех уже обманули. И если даже у нас было бы 12, у нас уже 12 классов, и у нас на самом деле довольно большое здание, то эту школу выбирают именно по причине того, что она маленькая. Мы старались, чтобы было так, чтобы частная школа не равнялась тому, что это школа для обеспеченных. У нас нет элитарной ментальности, что только самое красивое может быть самым лучшим или самым добрым, или это добро. Одна из наших родительниц сказала, что ей более всего нравится в нашей школе то, что она может спокойно отправить своего ребенка и в заштопанных ритузах в школу. Мы считаем, что самое лучшее – это расти и учиться в спокойной и
поддерживающей среде. И поэтому мы не составляем таблиц как бы по первенству, кто лучше. У нас нет оценок, у нас есть словесная обратная связь, неоценочная. Мы не сравниваем учеников, мы не сообщаем, чья работа была лучше, мы не раздаем дипломы на спортивных днях. Мы добиваемся того, чтобы ребенок сравнивал себя лишь с самим собой, чтобы он видел, что произошло, размышлял над тем, почему это произошло, и шел дальше. Наши ученики научились сдерживать себя. И получая контрольную работу, мы никогда не слышим возгласов: «О, у меня не было ни одной ошибки, я во всем был прав». Они понимают, что радость одного не должна повести за собой то, что кто-то почувствует себя как-то хуже или он никуда не годится. Но еще важнее, чтобы дети не научались превосходству. 2 года назад один человек рассказал, который его позвали устраивать игры в нашей школе. Он предложил игру соревнования. Обычно ее всегда приветствуют. Но наши девочки сказали, что они не хотели бы соревноваться, серьезно сказали они. «Мы хотим играть, — сказали они, — но чтобы не соревноваться». И даже они были согласны разделить между собой приз за эту игру. Такой же феномен я наблюдала, когда они играют вдвоем, втроем, и они всегда следят как за успехом или неуспехом другого и дают какие-то намеки. Мы могли бы здесь подытожить атмосферу нашей школы словами святого отца Силуана Сафона: «Мой брат, моя жизнь». Если что-то случается, кто-то падает, отвечает неправильно, никто не смеется. Если даже такое случится, то спокойный пример учителя положит этому конец. И в первом, и втором, и даже иногда в третьем классе мы меняем соседей по парте каждую неделю, чтобы завязались дружеские отношения между всеми одноклассниками. Наши родители учитывают нашу просьбу. Если хотят справить день рождения своего ребенка, то и позвать одноклассников, то либо зовут весь класс или меньшинство. Потому что если будет позвано большинство этого класса, то это причинит боль тем, кого не пригласили. Мы замечаем отношения, и мы даем детям возможность их формировать и справляться с этими отношениями, но при необходимости мы их поддерживаем. И очень хорошая возможность провести такую работу, это то, что мы устроили столы преподавателей, рабочие столы, они находятся в классе, чтобы дети всегда видели, что кто-то заботится о них, кто-то замечает их, и кто-то всегда есть для них. И мы замечаем что любимая формула нашей школы 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 равняется одному. И в этой формуле мы замечаем каждую составную часть, каждое слагаемое, и мы тем самым и обозреваем всю сумму. Одна из наших преподавателей очень удивилась: «Ой, у вас тут все дети такие особые». Это так и есть. Все дети особенные. Но это можно увидеть лишь тогда, если направить свое внимание на это. И также особенные у нас каждый преподаватель, каждый учитель. Для меня сперва было непривычно, каким образом люди
выказывали свою заботу друг о друге. Сегодня это для меня само собой разумеющееся, что даже любое самое деловое письмо начинается обращением «милый» и заканчивается словами «обнимаю», например. Мы несем бремя друг друга, преподаватели. Это любовь, выявленная делом, на деле. Неважно, необходим ли чей-то совет, просто посмотреть подбадривающим взглядом, может быть, пошутить или обнять человека. Или как мы слышали тут в работах детей, где девочка писала игру с братом, она сказала: «Иногда ему говорю, что мне больно, а иногда нет». И наши семьи, наших детей тоже очень особенные. Как преподаватели, мы все время чувствуем себя обереженными. Если есть какая-то проблема, нужна какая-то даже материальная проблема, какие-то дорогие учебные средства, и одна мама попросила собрать на работе какие-то коробочки, которые в магазине стоили немыслимо дорого. Мы можем всегда обратиться к семьям за помощью. Они, в свою очередь, обращаются к нам, если ребенок поведал о чем-то, что их заставляет беспокоиться. Мы действительно находимся в постоянном общении, потому что без общения невозможно сотрудничество. И пик этого сотрудничества – это наш семейный лагерь. Мы проводим его 2 дня в палатках. Родители приезжают с детьми, независимо от погоды, от дистанции. Это их собственно, они это и организовывают сами. Когда у нас концерт Дня отцов, приходят и мамы, и бабушки, а также в День матери всегда присутствуют отцы и дедушки. Наши семьи очень разные. У нас есть и семьи, которые не имеют религиозного определения. Есть люди различных конфессий, даже отличных из разных храмов. Но независимо от того, откуда они родом, они никогда не сомневаются в том, о чем говорится дома. И мы верим, как сказал классик эстонский Тамсаре, что труд очень важен, и знаем, что трудом можно достичь и любви. И особенно, если этот труд благословлен. Отец Сафроний сказал однажды своим студентам: молитесь так, как будто бы от вас самих не зависело ничего, и трудитесь, будто бы все зависело от этого. Наши школьные дни очень плотные. У нас очень много всевозможных походов в природу, в музеи, в театры, на выставки. У нас очень интенсивно преподается иностранный язык. 5 уроков в неделю английского и в дополнение 3 часа русского со 2 класса. Но дети хотели бы еще учиться французскому, английскому, финскому. Мы считаем очень существенным наш опыт по обучению двуязычных детей. Мы очень благодарны, что возможно в нашей школе изучать русский как родной, так как мы считаем, что идентитет любого ученика – это и национальный идентитет, в том числе, это настоящее, это нечто очень важное и ценное. Мы верим в слово, в формирующую силу слова. И мы ратуем за то, чтобы до наших детей доходила
настоящее и ценное слово. Мы начинаем свои уроки эстонского языка стихами. Сначала зачитывает стих преподаватель, на второй день дети уже пытаются читать вместе с преподавателем, а на третий день они его же знают наизусть. Наши дети читают много книг, и мы сами их читаем. Как уже тут Лина говорила, за обедом мы им читаем сказки, чтобы следовать традиции, монашеской традиции монастырей, где наряду с пищей телесные дают и пищу духовную. И мы много слушаем. Слушаем тишину на утреннем молебне. У нас бывает два раза в год культурный фестиваль. Также часто нас посещают гости в рамках проекта «Вернемся в школу». Они говорят нам о своей работе или о других существенных темах. И наши дети научились быть суперслушателями. Когда мы впервые во втором классе посетили концерт симфонического оркестра, мы были с двумя, по-моему, даже классами, и перед нами сидели гимназисты из другой школы. И один из наших детей на него бросил очень уничтожающий взгляд, сидящий впереди. И наша Элиза держала в кулачке свой билет, потому что его надо держать и не терять. И погрузившись в музыку, она стала так шуршать этим билетом по своей коленке, так что этот звук повторял ритм музыки Дюка Эллингтона, который она слышала. Она забылась просто. Этот гимназист, сидящий перед нами, он уже в начале концерта увидел, что там какая-то мелкота сидит, и он как бы захотел воспитать их. Но ничто не нуждалось как бы в его вмешательстве, кроме этого легкого шуршания. И наши преподаватели два раза в год вводят детей на культурный фестиваль. На первом уроке это происходит, и там могут выступать все желающие. Амплуа – выступление от стены до стены. И классика, и такие цирковые номера, эксперименты научные, например. И все выступления достойны интереса. И самый большой страх в эту неделю – заболеть, потому что все хотят присутствовать на этом мероприятии. И единственная функция учителя здесь – как бы сохранить какую-то границу между выступающим и слушателем, потому что у нас нету там сцены. Этот интерес настолько велик, что слушатели миллиметр за миллиметром все время придвигаются к выступающему. На наших концертах и актусах всегда выступают без исключения все дети. Без исключения мы всегда так делаем. И вы понимаете, что у нас очень насыщенная жизнь, но время от времени, естественно, нам приходится тоже решать проблемы. Думать, почему кто-то сделал так или поступил или иначе. И это возможно лишь тогда, если мы, как учителя, показываем, что мы относимся очень серьезно ко всему, но мы не сердимся. Когда ребенок видит, что его поступок вводит меня в панику, он понимает, что он совершил что-то необратимое. Смогли бы мы поверить в прощение
или возможность покаяния, если бы наш исповедник просто получил шок от нашей исповеди. Мы доверяем тому, что если ребенок что-то совершил, то это получилось случайно. И, может быть, к этому привела какая-то другая случайность перед этим. Мы не должны быть укоряющие. Мы должны быть, давать оправдание, то есть понимание. Мы говорим, это было и это прошло. Постоянного чувства вины не должно остаться с ребенком. Мы даем ему опыт прекрасного. Наша преподаватель Лина написала в своей работе Блэк-Арлаврской: в каждом ребенке есть желание найти смысл своего бытия, и он ощущает, насколько его признают. Если ребенок видит, что в нем замечают нечто большее, чем он способен сам себе увидеть, то у него возникает желание сделать все максимально лучше. Святой Порфирий сказал, что есть прямая связь у поведения детей и состояния родителей. Если дети уязвлены отношениями родителей, они теряют силу и желание продвигаться дальше, жить дальше. У них в их душе постоянно присутствует опасность в любой момент как бы сдаться. И тут не поможет ни строгость, ни требования. Хорошие отношения родителей – это то, в чем нуждаются дети. И мы считаем, что это относится и к преподавателям, к учителям. Часто я вижу, как класс отражает мне мое состояние. И один личный пример. Простите меня, однажды я ехала в школу, и я вспомнила обсуждение прошлого дня, где мне показалось, что меня не, как садовника не заценили на должном уровне. Я не знаю, это смешно, но не знаю, может быть, от самолюбования я стала прокручивать эти разговоры в голове, и оно перерос в большой спор в моей голове и ссору. И зайдя в школу, я занялась чем-то другим. Но так как во мне полыхал этот огонь этой ссоры в моей голове, я приветствовала детей, я чем-то занялась, какие-то разговоры. Но через какое-то время я заметила, что две девочки поссорились. Я их помирила, все уладилось. Начался урок, новая ссора. На перемене новая. И вдруг я поняла, эта ссора во мне самой, она нашла свое продолжение. Когда начался новый урок, я рассказала девочкам, просто объяснила, что происходит. Понимая всю смехотворность этого положения со мной, и вдруг все эти тучи рассеялись. Девочки были поражены, выслушав меня, но я увидела, что они поняли меня и очень точно поняли. Мы опять научились чему-то предельно существенному. Если причина плохого поведения ребенка в нас, то никакие строгие требования не помогут. Поможет любовь и педагогика добра. Но Георгий Шестун нам оставил такие размышления, что любовь мы не можем мешать с поступлением, капризом или мягкотелостью. Мы должны быть строги и к себе, и к детям. Мы учим посредством примера, терпения, понимания, отречения чего-то ради других. И мы несовершенны, а то как бы мы могли быть примером.
Мы считаем, что у нас очень хорошая школа. И в то же время мы ощущаем свою слабость и знаем, что нам нужно очень много еще садить, чтобы стать еще лучше, чтобы исправиться, то есть еще достичь более больших высот. Игуменья Варвара сказала: если бы люди знали, как здесь трудно, сюда бы никто не пришел. И если бы они знали, как здесь благодатно, они бы все бы пришли сюда. И это слово в слово верно для нашей школы. И у нас есть и совет отца Сафрония: стой на краю обрыва, и если почувствуешь, что не можешь больше, отступи и выпей чашечку чая. Направленность к Богу дает нам динамику, внутреннее стремление научиться и получить возможность к служению.